Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы. С вами Александр Сударев. На территории Савелмаш идет полным ходом настройка и отладка лазерного оборудования путем создания первого опытного образца электродвигателя. Поэтому именно сейчас вы можете насладиться этим процессом. Приятного просмотра. Команда Дойнова все ближе подходит к реализации глобальных целей и задач проекта. Ну а мы, в свою очередь, стараемся максимально подробно вам это показать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и оставайтесь в курсе всех событий, которые происходят в жизни проекта «Асинхронные двигатели Дойнова». До новых встреч!